Когда тебе за 40 и ты талантлива, просто нет главных ролей, вот тогда жизнь становится театром, а ты исполнителем и режиссером своей мечты. И, конечно же, не сразу и не одна, но ты доходишь с кем-то до антракта, с кем-то до буфета, а с кем-то до высших аплодисментов. И если после этого остается хоть немного сил, то тогда еще не раз. На бис.